Батутный центр «Высота» — это несколько разнообразных батутов для любых видов прыжков. Это арена ярких впечатлений для детей и взрослых, ведь ограничений по возрасту здесь попросту не существует. Дети до 3 лет проходят на арену вместе с родителями, но все те, кто постарше, выбирают развлечения самостоятельно. Приходят как 20-летние парни и девушки, так и те, кому за 40. И это правильно. Последний час — это 18+. Как правило, многие к нам приходят в гости и стесняются, думают, что это тут много деток, что это детские батуты. Вот, и мы решили, чтобы максимально комфортно было и деткам, и взрослым, выделить именно возрастную категорию, тех, кто постарше, на последний сеанс. Они приходят к нам со своей музыкой, мы включаем их музыку, у нас набираются там группы постарше, там 20 лет, там 25 и выше. И все вместе здесь прыгаем до 9 часов. Спортивный отдых и развлечения для всей семьи – батуты – давно пользуются спросом в Европе. Да и в Минске таких парков уже немало. Теперь не нужно никуда ездить, отлично отдохнуть и поднять себе настроение можно, не выезжая из города. Единственное ограничение, которое действует в батутном парке – высота по весу. Батуты выдерживают не более 100 килограммов. Наша арена вмещает до 15 человек. Это, как правило, 9 батутов, 9 человек, скалодром, поролоновая яма и детская игровая комната. Все это входит в единую стоимость, единый билет. Также у нас появилась услуга фитнеса на батутах. Эта группа набирается 8-9 человек, не более, с ними находится на батутах. Инструктор, он показывает, какие упражнения, каждый занимает свой батут, они все вместе прыгают, занимаются, сеанс длится час. И есть услуга личного тренера. Оплачивается, она идет чуть дороже, чем свободный прыжок, но с вами будет заниматься тренер, он будет над вами стоять, рассказывать, показывать, как нужно группироваться, какие-то учить каким-то трюкам, каким-то группировкам. То есть он тоже будет с вами заниматься час. Батутный парк «Высота» вмещает одновременно до 15 человек. Именно поэтому здесь действует система предварительной записи по телефону. Просто наберите номер, который вы сейчас видите на экране, договоритесь об удобном для вас дне и времени и вперед за новыми впечатлениями, которые подарят вам прыжки в батутном парке. Обращаем ваше внимание, что сотрудники батутного парка заботятся о вашем здоровье. После каждого сеанса в помещении проводится обработка ДЭС-средствами. А если вы заказываете батуты на компанию, будьте уверены, вы будете отдыхать в парке одни. В первую очередь это поднимает настроение. Да, сколько здесь работы, замечаю, что детки приходят, такие просто, или уставшие, или не настроение, даже взрослые люди. То есть просто обычный день, попрыгаешь, получаешь массу удовольствия колоссального. Это настроение, это эмоции новые, это вестибулярный аппарат тоже очень хорошо влияет, это жиросжигательное тоже упражнение. То есть это все, это спорт. Оригинальный вид досуга в Солигорске – батутный парк «Высота». Попробуйте, вам точно понравится. Можно ведь попрыгать не просто так, а сыграть компанию в баскетбол или преодолеть скалодром. Что бы вы ни выбрали, будет весело.